Ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас на обзоре Lada Vesta. Lada Vesta с уже установленной аудиосистемой, и владелец приехал с Московской области, город Дубна, если я не ошибаюсь, да, ударение правильно сделал, на переделку аудиосистемы. Почему будет переделка, сейчас вам постараюсь донести. Изначально владелец говорит: блин, хотел к вам приехать, но что-то пошло не так. Собрали ему аудиосистему, здесь установлена компонентная акустика Pride Гармония. Сделаны виброизоляции двери, установлены твиттеры, установлен сабвуфер под сиденье. Дмитрий Чана, говори пахом. Пахом. Если ты человек солнца, ты должен делать так. Так, здесь что у нас установлено? Активный сабик а-ля плюшка, который устанавливается под сиденье. Вы, кстати, очень часто, ребят, спрашиваете меня: хочу поставить активный под сиденье. Честно, это будет лучше, чем без сабвуфера. Но будет хуже, если мы поставим полноценный сабвуфер в багажник в нормальном ящике с нормальной магнитной системой. Объясню почему. Момент номер один. Момент номер один. Магнитка маленькая, резонансная частота высокая. Кроме гудежа и пердежа, ну, он не воспроизводит ровным счетом ничего. Вот, собственно, наверное, его и не совсем понравилась владельцу вся вот эта вот аудиосистема. Здесь адское подключение дадим. Конвертер здесь стоял. Ой, бля, я представляю, как он мотал нервы и расшатывал нервную систему. А кабели межблочные здесь лежали. Мы сейчас их вытаскиваем. Идем далее. В багажнике изготовлен фальшпол, очень толковый, надежный, практичный. Здесь газовые упоры и два усилителя. Почему они криво прикручены, я не могу сказать. А нет, вру, забираю высказывание обратно, это просто усилитель уже ребята открутили. Но аура все равно криво стоит, да, видите? Вот здесь часть змейки в розовой, часть не в змейке. Поменяем эти усилители. Почему? Ну, опять-таки, да, согласовали с владельцем, приняли решение, что уж если ввязываться в драку, а у нас вот в этом, да, будет сабвуфер стоять, корби, Антох? А его обтягивать, наверное, как надо или нет? Так, ребят, владелец предварительно на сайте у нас оплатил головное устройство 2DIN MVH S620BT. Это одно из топовых головных устройств за разумные деньги. Затем стоит вопрос перешумоизолировать передние двери. Хотя, честно скажу, вот с той стороны два слоя, и как бы это имеет право на существование, туда мы лезть не будем. Ну, а вот это вот мы переделаем, да, как бы, ну, наверное, вот здесь вот тоже просится заклеить, и обшивки тоже поклеить. Так, идем дальше. Владелец очень долго слушал и выбрал Апокалипсис АП-М60СКВЛ. Ну, на самом деле, осознанный, правильный, толковый выбор, я одобряю. Мы здесь переделываем всю проводку, включая силовую часть, включая подкапотку. Может быть, здесь что-то я вам покажу, если ребята еще не разобрали. Да, покажу. Слушай, это на алюминиевый кабель похож, Дим, по весу. Или медный. Вроде тяжелый, а вроде нет. Так, вот здесь вот оцинковка и костин. Здесь стоял предохранитель Pride, где он, я его не вижу. Где Юр? Это он вот так вот был прикручен? Ну, по всей видимости, да, да, почерк знакомый, серебряночка. Вот, и. Исходя из того, видите, да, грелось. Вот здесь вот черное. Знаете почему? Наверное, знаете, да, и к чему это могло привести. То есть по два усилителя просто мало тонкого такого кабеля, поэтому так. Так, какие усилители мы сюда будем ставить, мы еще сейчас согласовываем. Ну, я думаю, мы поставим, наверное, Quattro Plus от Pride и Uno Plus на сабвуфер. И поставим сюда Onyx 12. Вот, пищалочки мы оставим в штатных местах, зашумим крышку багажника, будем
будем переобжимать клеммочки, да, все сделаем. Поднимается вот эта тема? Да. И держится прям? Нет, она не держится. А нахуй тогда надо? У меня тоже так в Форде было. Она поднимала только пустую раму, без усилков, без всего, а потом не держалась. И в итоге. Ну так. Кость, ну вы сошлись на чем? Ну да. Сейчас, Созванивались, нет? То есть владелец приехал вчера вечером, сполоснул машину, пригнал нам ее чистенькую, согласовали примерно, послушали, выбрали. Ну, сейчас немножко подкорректируем, ввиду технических нюансов, ввиду того, где будут располагаться усилители, большие, маленькие, плоские или не очень. Нужно же еще учитывать, да, что, к примеру, вот от верхней крышки усилка, ну, все равно должно быть расстояние для вентиляции. Ввиду того, что это просто замкнутое пространство, вполне возможно, сюда потребуется вырезать отверстие и поставить кулера. Потому что это просто зимой будет работать, а летом будет выключаться, а усилок будет уходить в защиту от перегрева. Вот эти динамики тоже выкидываем, да, Тох? Нет, поставим, да. Ты себе хочешь поставить? Или Иванычу УАЗик? Опасная штука, да? Иваныч квест проходит. А ты не пробовал? Самогоночек. Я вчера попробовал, Иваныч, вообще вещь. Да. Вообще прям. Хорошо, а? Увлекательно. Да аккуратнее, только меня не попили. Спасибо, что заглушил, а тот рокот мотора Audi V6, конечно, очень приятен. Но мы возвращаемся к нашей героине, к нашему флагману российского автопрома. Лада, Веста, Невеста. Вот так вот, да, ребят, мы делаем? То есть для того, чтобы сделать минус с кузова, нужно необходимо увеличить вот это отверстие. Не будем, да, говорить, что оно раздрачивается. Ну вот, вот эта херовина стоит 1500 рублей. Ей очень удобно увеличить отверстие и прикрутить под болт крепления ремня безопасности. У кого такой почерк красивый, день? Фига себе, прям как у Александра Сергеевича Пушкина, Антон. Ты где так каллиграфически научился рисовать и писать? В армии. В армии? Черпак, слон, да? Ребят, обшивка клеится в два слоя. По периметру клеится бетопластом. Здесь у нас проклеена тоже в два слоя та сторона, в этот, с этой стороны поклеена в один слой. Здесь аэро, там у нас аэро плюс и акцент премиум. И здесь у нас установлен 16-сантиметровый динамик от Alphard Apocalypsis APM60 SQL. Впереди аналогично. Твиттеры установлены вот здесь, чтобы они не болтались, не скрипели. Замотали их тряпичкой. Сейчас это все дело закрепится. Головное устройство Pioneer MVA6620BT у нас уже установлено через переходную рамку взамен штатки. Все вот это барахло у нас демонтированный усилитель Аура более-менее, но ввиду того, что это эконом-вариант, он можно назвать барахлом? Как это? Барахлом. Нормальный усилок. Нормально. За свои деньги. Ну а здесь у нас в фальшполу разместились два усилителя Pride. Pride Mille и Pride Quattro Plus. Так, силовой дистрибьютор делит плюс, минус. Все, соответственно, у нас подключено через косичку для того, чтобы плюс-минус и рем у нас шел непосредственно отсюда туда. Как это делать, как это реализуется, я вам показывал уже неоднократно. Межблоки у нас закреплены, все прям четко. Владелец попросил с запасиками сделать провод на сабвуфер, у нас вот такой длины, чтобы при складывании сиденья ящик не приходилось отцеплять. В сабвуферный короб на трубе мы устанавливаем 12-ку Pride. Это сапфир. Сапфир 12. А у нас почти все на Pride собрано, да? Шильдик только не забудь, Дим. Ребят, нам еще останется проклеить крышку багажника.
Под капотом я сейчас, наверное, вам тоже покажу. Видите, у нас? Ты не используешь вот этот размалывать увеличитель размеров? Здесь не надо? А ты видел, как здесь было сделано? Там уменьшитель размера был. Там болтики. Где, где? Ну, я снимал, Дим, не ищи. Провод у нас выведен в салон. Сейчас здесь все это будет максимально надежно и красиво уложено. И в гофре будут закатаны. Здесь мы делаем не в змейке, а вот в такой гофре, чтобы повторять заводской вид автомобиля. Ты будешь цинковку вот эту смывать? Нет. Нет, прям так? Обшивка у нас клеится, еще раз повторюсь, два слоя. Первый слой у нас вибра, чтобы не гремело. А потом волна. У Антошки финишная прямая, да, Антошка? Все, ребят, двигаемся с музыкой. Пойдемте зададим вопрос Юрану. Юран, у тебя все получается? Ты куда излишки оптического кабеля взял? Здесь у нас будет подключено по оптике. Будет установлено CC36128, главное устройство, TIS. Дай посмотрю ее. Все ништяково. И все встало, да? Все, ребят, будь добру. Let me take you to a land where we call it the Flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck with me. Итак, ребята, все позади. Музыка у нас заиграла, музыка у нас зазвучала другими нотами. Источник звука у нас 620-й Пионер, я его сделал, и кнопки, и дисплей белым. Микрофон Bluetooth у нас установлен здесь, владелец говорит, жоповская вестовская магнитола, нихера не ловит Bluetooth. Давай сейчас я по Bluetooth включаю вот этот трек, он у меня есть в аудиозаписях. Мы его уже неоднократно использовали. Оба, оба, а почему у нас Bluetooth? Соединение и поехали. Ну что-то пошло не так. Так, а вообще у нас Bluetooth выключен. Нормально. Смотри, Панацея, Накамичи. Ой, ваш подключен. Из пяти. Ребят, вот бумажка, вот финишная, накладная. Суммарный бюджет у нас получился 75 400 с учетом шумоизоляции. Костя, а ты еще? А,
доработку передних дверей тоже включил, да? Волну и туда. А, несмотря на то, что владелец у нас через интернет-магазин заказывал S620BT, чтобы его зарезервировать и, так скажем, застолбить дату своего визита, вот, 75 400. Костян, мы там с учетом наших всех бонусов, у нас там получается сборка-монтаж с учетом установки головного устройства 5000 рублей. Фальш-панель и фальшпол у владельца были. Мы собрали аудиосистему, поставили все по штатным местам. Я, в принципе, вам рассказывал, да, что и как. Давно мы не собирали Весту, чтобы головное устройство было нештатное. И вы не поверите, так классно это играет, но все-таки вот штатка, балалайка вот эта вот, да, и магнитола Пионер, это как хрен с трамвайной ручкой. Что вы здесь разобрали? Камеру. Ну, а, здесь нужно камеру заднего вида, да, в аналоги подцепить. Это не все так просто, но это поправимо и решаемо. Ребят, спасибо, что вы с нами, этот гость приехал к нам из города. Дубна или Дубна? Да, напишите, пожалуйста, в комментарии. Когда говорю Дубна, мне говорят, нет, Дубна. А когда говорю Дубна, они на меня смотрят, говорят, дурак. У нас, говорит, город Дубна. Спасибо, что вы с нами. Двигайтесь с музыкой. Всем пока. Помашите, парни. Быть добру. Юран, повернись спиной. Это будет финишная заставка. Давай.